играют. Кто-то кушает, кто-то отдыхает, а кто-то играет. Вот. Наши красавчики Арамис с Портосом дерутся. Это мы им такое бревно поставили, они здесь бегают по нему. Им надо какая-то развлекуха. Он что делает? Тигры пятнистые. Вот так, вот так. Все, Портос, ты выиграл, выиграл. Портос пошел доедать. Съели вечером котлетку одну большую. И уже играются. Все сходили в туалет на горшочек. Грета отдыхает. Грета! Завтра будем пылесосить. Жени тут намусорили. Кусает, кусает. Портос, нельзя так кусать. Ему ж больно. Убежал, убежал, пошел. Тосик уже перекусил. И куда мы хотим выпрыгнуть? Попрыгунчики. Игрушечка у них новая. Любят мячики, шарики. Пыль летает. Пылесборники мои маленькие. Грета отдыхает себе, лежит. А мы покушали и бесимся. Водичку им уже ставлю, они пьют водичку. Ну, так как корм домашний, влажный, то они воды немного пьют. Если был сухой, не знаю, может мне их на сухой корм переводить потихоньку. Наверное, так и сделаем. Сейчас доедят котлеты, запас котлет. И, наверное, буду переводить на сухой корм. Роял Канин для котят. Он идет для котят и для беременных кошек, и для кошек кормящих. То есть три в одном. Кстати, его Грета сейчас немножко подъедает. Он такой мелкий-мелкий, такие гранулки. Вот сидят втроем. Арамис, Портос и Атос играет. Так до ночи. Ночью они как маленькие дети. Ну, наверное, они еще маленькие, так и есть. Я их ночью тоже подкармливаю, потому что когда они так бегают ночью, и я вижу, что подбегают к тарелочке, к пустой. И я им ночью разогреваю котлетку, они кушают и ложатся спать. Это где-то в часа три. Ночи 4, а потом уже в 6-7 утра опять им котлетку. А потом получается где-то аж в часов 12 дня. Потом на полдник и вот сейчас на ужин. Больше они уже не будут кушать. Они уже потом ложатся к маме. И будут уже возле мамы. Ты-дынь! Молочко пить. Грета отдыхает, набирается сил. Прибавится молочко, она будет их кормить. Вот так. Портос сидит с игрушечками. Портоса в воскресенье уже забирают. Так. Еще остается у нас два киндера. Вот они, вот, вот.
Так, не надо возле моих ног вот это прятаться. Идите. Идите. Ой, такой грозный Атос. Вот так. Гонки, гонки. Побежал, спрятался. Так целый день. На бревно полезли. В комнате, конечно, бардак капитальный. Что не сделаешь ради детей? Они даже дерутся. Атос любит эту корзиночку маленькую. Вот он любит в ней сесть. Он даже там пытался дремать. Так, пошел к маме заигрывать. Ой, не злите мать. Ой, не злите, Бубут займется воспитанием. Ищет, где какую шкоду сделать. Там драка. Вот так. Тренируются, разрабатывают мышцы. Так, так. Ой, нападает. Сейчас и ты получишь. Это Портос напал на Атоса. Дерутся, дерутся. Я их уже проглистовала. Скрутила их и дала им лекарства от глистов. Так надо. Потом в конце месяца еще надо будет дать. Мусор собираю. Если не заберут еще двоих котят, то я сама их повторно проглистую. И все, они будут готовы к прививочке. Да, Портосик? Поглядывает. Грета? Греточка устала, да, маленькая. Грета себе спокойно. Когда я с ними сижу, она спит. Она лежит, спит. А если я на кухне, то она, конечно, нервничает, бегает за ними, чтобы они никуда не залезли, ничего не натворили. Вот такие у нас карапузики. Да, Атосик? У тебя моя бусинка такая золотая. Ну, красавчик. Красавчик, Атос. Красавчик, да, покушали, глазки слезятся, сейчас мама вытрет глазки. А те прыгают друг на друга. О. Вот так. Прыгают. Тос уже хочет на диван. Залазь на диван, я разрешу. Грета у нас не любит на диване спать. Она на стуле, на полу, на подоконнике, на компьютерном столе. Но на диване, в постели она не спит. И я думаю, они тоже не будут спать в постели. Сейчас они спят в столе у Артема. В школьном столе. Или на стуле залазят, спят на стульчиках. Ой, боже, вымывались. Эх, колдыбенятся. Ой, колдыбенятся. Вот пока не набегаются, не улягутся. Атос зубы грызет, то есть не зубы, а дерево грызет. Там у них коробка с мячиками, они там тоже бесятся в той коробке. Эти все баррикады для них. Игрушечки. Все, что нашла, все им дала. Побили мне уже один топиарий. Ну ничего, я им склею его потом. Так. Вон они. Вот так. Прыгают, бесятся. Вот же делают. Ну, это хорошо. Котята должны так играться.